Думская выяснила личность вора, выдворенного вчера одесскими полицейскими из Украины. Как сообщили наши источники, это 45-летний Закарай Каба Автандилович по кличке Каба Кременчукский. Он был ранее судим в Черновцах в 2001 году за кражу. Впрочем, как утверждают источники в прокуратуре, статус вора в законе Каба Кременчукский присвоил себе самовольно и по воровским понятиям является апельсином, то есть непризнанным. Напомним, начальник одесской полиции Дмитрий Головин сообщил, что в последнее время фиксируются многочисленные попытки попасть в Одессу со стороны представителей преступного мира из Кавказского региона. Воры в законе пытаются взять под контроль преступные группы барсеточников, квартирных воров и похитителей автомашин, а также организовать новые преступные группировки.